Okay, so we're back from Sanremo in Moscow. Still the same gray landscape, lockdown, but only yesterday it was full of people. And only a few months ago, one of our board members, international advisory board members, Masha Alyokhina, did a special action with Pussy Riot. And I'd like to show you this. We have asked for permission to show it. It might be something you've seen before, but as Masha is our international board member, we think it's worth you getting this. It starts a little block we're doing on LGBTQ rights, and it's not located in any single country of the world. It's a problem that is pretty much universal to humankind, the discrimination of minorities for their gender and sex orientations. Thank you. Когда был летом месяц гордости, в разных посольствах появлялись разноцветные флаги. И была такая история, что в Санкт-Петербурге на одной из школ на флагштоке появился флаг. Я запомнил слова директрисы, она очень была недовольна и сказала, что это какая-то школьница устроила какую-то диверсию. Я очень смеялся и сказал, ну давайте, хорошо, мы вам покажем, что такое настоящая диверсия. Выбрали самые знаковые места. Они не касаются каких-то религиозных или памятных сооружений. Собственно, они направлены в первую очередь на режим, который является крайне гомофобным, который издает гомофобные законы и репрессивные законы в отношении ЛГБТ. Что украсть, что увешать? Уберите, да. Это согласовано с министерством? Да, с управой согласовано. Конечно, нас управа послала. Снимите сейчас прямо, снимите флаг. Мы сейчас все предоставим вам, у нас как бы все начальника. Сейчас снимите. Мы не можем снять, нас послали, как бы, управа. Что значит не можем? Что значит не можем снять? Документы мне предоставьте. Нет, у нас нет документов. Сейчас мы позовем старшего, мы просто выполняем свою Сейчас, работу. Я ему сказала, звоните в управу, какие у нас А мне кажется, он не понял, что это за флаг. Просто подумал, он флаг. Он понял. В этом было наше главное высказывание. Создать для тех людей, которые находятся за этими стенами, там, безусловно, тоже есть представители квир-сообщества, акт высвобождения. Размещая эти флаги, мы даем им возможность высвободиться и принять себя. Я бы хотела сказать пару слов по поводу того, почему мы выбрали этот день, потому что ну, как бы каждый гражданин должен быть своей страной. К сожалению, Путин полностью открепился от этого. Путин не является Россией. Россия – это мы. Россия – это все те люди, которые верят в светлое, все, кто что-то делает для того, чтобы светлое скорее наступило. И поэтому мы решили на день рождения Путина дарить подарки не Путину, потому что зачем ему подарки, у него так все есть, а решили дарить освобождение и какое-то новое. Thank you, Masha. There are consequences for these kind of actions we just saw. Masha was fined for this action, as we all know that Pussy Riot faced 2 years in prison for their former action.